Приветствую вас, друзья, и сегодня мы посмотрим на модификацию, которая добавляет много нового транспорта. Ну и давайте по порядку посмотрим на каждый автомобиль. И первым у нас идет вот такой вот фургон Свата. ID у него 9002. Вот так он выглядит, у него такие маленькие колеса. Мигалки, конечно же, есть. Вот такие вот. Давайте залезем внутрь, посмотрим, как в кабине. В кабине, в принципе, ничего больше нету, кроме сидений, руля и, собственно, все. Тут сейчас посмотрим, сколько мест. Второе пассажирское рядышком. Третье внутри. Четвертое, пятое. И все, места закончились. Пять мест. Находясь в ней, мы можем сигналить, можем включать, выключать фары, но мигалку включить у меня не удалось. Так что она, скорее всего, просто для красоты. Давайте попробуем разогнаться. Сколько максимальная у него скорость, проверим. И максимально мы добились 76 км в час. Сразу также можно заметить некие поддергивания. Но немножко покачиваются довольно резко. Ну а мы переходим к следующему транспорту. Это вот такая вот у нас машина с грузовой частью. То есть сюда вы сможете все что угодно построить, поставить. Например, даже дом на колесах сделать. Все это, конечно, можно реализовать с помощью каркасов, но, тем не менее, здесь есть кабина. ID у данного автомобиля 9001. Давайте сядем внутрь. Тут, естественно, два места. Водительское, пассажирское. Назад мы никак не сядем. Она предназначена на заднюю часть именно для строительства. Поставить туда, допустим, ящик и погрузить. И что-то еще. Давайте поедем. Сигналить мы можем... Естественно, включать, выключать фары, фонари. И разогнаться я смог до 65 км в час. Тут, кстати, наши мотоциклы находятся из предыдущего мода. Дальше у нас идет вот такой вот грузовик, самосвал. ID у него 9003. Именно он мне понравился больше всего. Можно запрыгнуть в кузов или, например, построить лестницу, чтобы туда запрыгнуть и что-то, опять же, перевозить. Но кабина выглядит не очень. Вот, например, руль куда-то провалился. Тут непонятная какая-то панель. Два места. Водительское, пассажирское. Давайте прокатимся. Итак, максимально я добился 56 км в час. В этом грузовике я себя чувствую прямо в каком-нибудь Евротрак-симуляторе. Из недостатков можно отметить тоже подергивание. Но они незначительны. Хотя бы не раскачивают в разные стороны. Идем дальше. У нас тут Lamborghini, спортивный автомобиль. ID у него 9004. Выглядит он довольно неплохо. Два места. Давайте сядем внутрь. Вот такой вот у него рев мотора, движок. И немного проваливаются наши ноги сквозь дно. Но тем не менее, давайте попробуем разогнаться. Так, и мы что-то сразу застряли. В общем, я заспавнил еще одну машину, и она тоже отказывается ехать. Вот так вот левитирует. И, к сожалению, мод не доработан. Так что мы перейдем к следующему автомобилю. Это у нас лимузин. ID у него 9005. И лимузин вмещает в себя целых 6 человек. Вот так выглядит кабина. Внутри пассажирские места. Не хватает какого-нибудь столика с шампанским. Ну а так, внешне он выглядит вполне обычно. Ничего тут супер инновационного нету. Давайте разгонимся. Итак, разогнались мы до 67 км в час. И опять же мы видим небольшие поддергивания. И последний автомобиль — это машина шерифа. ID у нее 9006. Вот так он выглядит, как обычная полицейская машина. Только немножко изменена в цвете и написано «Шериф». Сразу можно встретить недостаток. Мы немножко можем смотреть через крышу. Здесь 4 места. Вот водительское было, это пассажирское и еще 2 пассажирских. Давайте вернемся за руль. Включить мигалки опять же нельзя, так что сразу попытаемся разогнаться. И едет она довольно быстро.
и разгоняется до 99 км в час. Интересно, до какой степени разгоняется Lamborghini? Жаль, мы об этом не узнаем. Подождем, пока автор не исправит этот автомобиль и он не начнет ездить. Что ж, мы посмотрели на весь транспорт, так что на этом мы закончим. Всем спасибо за просмотр и увидимся в следующем видео.